первую очередь попыталась Марину избавить от ощущений вот этой вот русской души. Потому что раз уж она выступает за Францию, то ей нужно быть как можно больше и как можно ярче именно представительницей французского государства. Это, конечно, трудно, но все мы артисты. Почему бы у нее это не могло и получиться? Маргарита Дробязко, Повелос Ванагас. Маргарита Дробязко и Повелос Ванагас из Литвы. Спортсмены, которых мы видим уже только в блюзе. Потому как они начали кататься где-то за час до начала трансляции на нашем канале. Не знаю, насколько мы потеряли здесь в зрелище. Но вот в блюзе также литовцы были не идеальны. Напомню, что после квикстепа они занимали, по-моему, 5-е место. Дробязко и Повелос Ванагас на том самом финале Гран-при в Китченере заняли 3-е место. И обошли, между прочим, и итальянцев в том числе. 2 произвольные программы у них была возможность там исполнить. И, конечно же, они вспоминали одну хорошо забытую старую программу, которая превратилась в практически новый. Ну да, вот уровень как раз 5-го места светится в этих оценках. Впереди выступление еще парочки сильных дуэтов.